Жители Петрозаводска голосуют на выборах семьями. Юлия Полева с супругом Евгением и тремя детьми пришла на голосование в школу номер 8 столицы Карелии на улицу Коммунистов. Юлия рассказала, что важность отдать голос сегодня – главное для будущего России. Мы пришли на выборы, чтобы проголосовать за президента России, потому что считаем, что это важно, это будущее нашей страны, это будущее наших детей, наших внуков. Сын Юлии Тимур сказал, что пришел на выборы, чтобы быть причастным к судьбе своей страны. Это поможет нам вообще нашей стране. Если мы выберем за того, кто нам поможет, он нам действительно поможет этой стране. Галина Трегуб пришла проголосовать в школу номер 32 Петрозаводска. Она сказала, что супруг сейчас находится в командировке и уже проголосовал дистанционно. Но она с дочками пришла отдать свой голос за будущее страны очно. Ну а дети захотели, чтобы мы традиционным способом проголосовали, и вот пришли на избирательный участок. Тем более, что проходит викторина всей семьей, выбирают народного учителя впервые в Карелии, выбирают проекты, которые будут благоустроены в Петрозаводске. В общем, все инициативы очень важны, очень значимы, и мы вот пришли поддержать свой выбор на каждом этапе. Поэтому, да, детям было тоже очень интересно поучаствовать, посмотреть. Они были огорчены, что им пока нельзя голосовать, но все впереди, сказали, будут обязательно ходить на выборы в будущем. Голосование за президента России проходит 3 дня с 15 по 17 марта по единому графику с 8 утра до 8 вечера. Завтра – заключительный день. На территории Республики Карелии открыты 464 избирательных участка. Отдать свой голос избиратели могут двумя способами – лично прийти на избирательный участок или с помощью дистанционного электронного голосования. Узнать адрес своего участка или задать вопросы по дистанционному голосованию можно по телефону избиркома Карелии 71 75 41.